была на экстрим крыме, когда мы были на пункте стоять. По имеющейся сейчас информации, у нас, получается, 5 вагонов опрокинулось, 3 просто сошли с рельс, но они на полотне стояли. Соответственно, сейчас 2 уже поставили на ход, 1 сейчас ведутся работы, а 5 вот требуют перегрузки. Соответственно, эти работы еще в ближайшее время будут организованы. Пострадавших нет, то есть, ну, конечно, только вагоны у нас пострадали и полотно. Соответственно, слава богу, человеческие жизни у нас не подвергнуты.